Здравствуйте, земляне. Голос пропал от волнения. Шучу. Ну как, волнение небольшое есть, конечно. В чем я сейчас расскажу? Иду на улицу и расскажу о своем небольшом волнении. Волнение мое такое. Ну, помните, что в прошлом году я убрал целый ряд деревьев по просьбе моего соседа. Ну, ему оказалось этого мало, и он предъявил претензии на орех, который небольшой. Но он говорит, он же все равно потом вырастет и будет большим. Поэтому убирай его, пока не поздно. Спиливай. Ну, я подумал. Думаю, спиливать жалко. А что, если я его попробую пересадить? Я вот уже третий день ковыряюсь с этим деревом. Жалко. Обкопал его. Корни освободил. Конечно, я хожу домой, отдыхаю, потому что тяжело в земле возиться. Кто со мной? Вот идем. Просто после очередного перекура я опять иду к месту, где происходит моя работа. Заодно любуюсь садом. И вы, пожалуйста, любуйтесь. Но дерево я решил сохранить, потому что, ну, честно говоря, мне его жалко. А тем более, знаете что? Этот орех принесла ворона. У меня до этого не было орехов вообще во дворе. И вдруг маленький такой, вот такой росточек, вот, потянулся, и Сережа Русол, ну не Тарасенко, а другой Сережа, который с Игорьком, он увидел этот росточек и говорит: Александр Леонидович, давайте посадим это дерево, ну, орех. Я говорю: давай. И вот мы его сюда в угол посадили, и оно, видите, уже какое большое выросло. Ну, кукуруза важнее, поэтому пересадим в другое место, где уже никто не придет с претензиями. Смотрите, вот видите, обкопал. Как это делается? Сначала обкапываются, обрубываются корни, потом лопатой разрыл, наклонил, вот я лестницей подпер. Я просто, конечно, не донесу это дерево, но на тачке я увезу. Тачка у меня есть. Вот, высыплю щебень. На тачку я подниму. Ну, а Вика мне поможет, придержит верхушку. Верхушка легкая, она будет ее держать, а я буду катить тачку. Поэтому мы вдвоем это все сделаем. Мне уже приходилось деревья и побольше пересаживать, перетаскивать. Поэтому опыт есть. Ну вот пока. Сейчас вот я что пришел. Конечно, я не смогу показать весь процесс перевозки дерева, потому что у меня будут руки заняты, у меня нет операторов. А Виктория тоже будет держать за хвост, как говорится. Ну, может быть, помогут мне Марсик отвлечется от своей работы. Во. Марсенчик, сейчас я еще раз пойду покажу. Я специально, видите, вот акцентирую внимание вот на этой лужаечке. Она такая красивая. Тюльпанчики здесь. Вот смотрите, дорожка у нас идет вдоль лучка. Вот здесь лучок посаженный, а здесь вот тюльпанчики. Там Марсик работает. Земляне, он работает, все. Теперь вы знаете, что это работа, это не просто так. А я иду покажу, какую ямку выбухал. Я иду напрямую. Ну, пришлось поработать, чтобы корни максимально сохранить. Мирка, Марсик, Марсик, за мной. Вот.
сюда мы. Все. Вы куда убегали? Давайте, сейчас будем работать. Вот здесь, видите, прямой участок. Здесь тачка пройдет. Все проходит, я все промерил. И вот здесь как раз подъезжаем. Вот я сюда на эту кучку кладу корень. А потом переворачиваю. Может быть, я даже переверну веревками. Я накину сюда веревку за этот и потяну. Или просто потяну веревкой вот так вот. Виктория придержит. Мне главное, чтобы она сюда встала, в ямку. Тогда она уже дерево никуда не упадет. Вы видели, какие корни? Там прям основание. А потом уже останется засыпать и полить. Работа не хитрая, не тяжелая, но необходимая, нужная. Земля вот есть. Пошел я за тачкой продолжать. Ну что, вы идете? Пошли со мной. Бегом. Команда. Да, пока дотащили. Ну вот, все. Уже самое главное на месте. Теперь осталось веревку привязать, поднять. Она как раз сюда опустится. Видите, корень подпилил. Она становится на вот эту площадку. Так, отходи. Конечно, там есть помощники за забором. Вон, видите, люди работают. Ну, поскольку карантин, звать я никого не буду. Придется самим все это дело делать. Сейчас пошел за веревкой, буду поднимать. Ну что? Так. Принимай. А где же другие разбежались? Стало неинтересно. Все, стоит. Теперь осталось засыпать. Ну, пришлось, конечно, помучиться. Но без веревки. Ничего, поднял. Снимать-то легче, чем ставить, конечно. Виктория ушла уже. Тоже помогла немножко. Но пошла обед готовить. Вон сколько корешков. Тут когда-то тополь рос. Ну, все. Теперь надо засыпать. Все, выключаю камеру. Буду дальше продолжать. Осталось только полить. Разбить куски. А помогал мне в основном, как ни удивительно, Лирик. Марсик как-то не особо отстранился. Я понимаю, что у него важная работа. Ну, подошел. Пойдем, Марсюнчик, я тебе покажу. Пошли. Не. Жорик, ну иди ты хоть. Жорик, иди сюда. Иди, иди. У вас там в городе деревьев мало. Хоть полюбуйся, расскажешь там в своем Краснодаре. Все, земляне, вот она растет. Деревцо, оказывается, высокое такое. Когда тащил, казалось маленькое. Поставил? Наверное, метров 7 или 6. Там работа кипит на той стороне. Вот уже две растяжки стоят. Видите, вот одна, вот вторая. Еще одну сейчас привяжу к дереву. И все. Ну и землю убрать. Вот такая маленькая история с пересадкой дерева. Помощники, конечно, вот они разбежались. Самый главный помощник. Вон он, видите. Ушел в сторону и прибалдел. Ну что, выполнил работу, можно и расслабиться.